Специалисты инспекции природных ресурсов регулярно фиксируют факты причинения вреда окружающей среде. Типичное и самое распространенное нарушение – отсутствие раздельного сбора отходов и их несанкционированное хранение на производственной территории. Кроме этого, неблагоустроенность земельного участка и наличие сорняков. В первом полугодии 2019 года была проведена проверка коммунального предприятия «Жилкомхоз» Бобруйского района, по результатам которой вынесено 7 постановлений о привлечении к административной ответственности. Что касается обращения с отходами, то есть люди вместо того, чтобы потратить деньги, собрать отходы, отвезти их в установленном порядке на полигоны вот твердых бытовых отходов, они размещают их в различных местах, где они не должны находиться, эти отходы, в том числе вывозят в лес, за территорию населенных пунктов. Специалисты обнаружили также места произрастания особо опасных сорняков, которые представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства и людей. Это золотарник канадский и борщевик сосновского. Выдали 40 предписаний. Среди других фактов небрежного отношения к природе – незаконное удаление и повреждение растительности, в том числе той, которая занесена в Красную книгу. А еще уничтожение газона, загрязнение воздуха и водоемов. За 8 месяцев текущего года 14 фактов вреда на общую сумму более 14 тысяч. Но на сегодняшний момент к административной ответственности привлечено 125 физических и юридических лиц на сумму более 43 тысяч рублей. Иногда нарушения допускаются людьми по незнанию, но гораздо чаще из-за человеческого безразличия и равнодушия, уверяет начальник Бобруйской агроинспекции Анатолий Гриб. Важно помнить, что цена за нерадивость высока. Штрафы могут доходить до 150 базовых величин, а для юрлиц – вплоть до 1000. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.